отець Олександр, сьогодні таке світле свято, і церква згадує дивного чудотворця нашої землі Івана Шанхайського. Розкажіть, будь ласка, про його життя. Этот святой наш земляк, он с Украины, с Донецкой области. Тогда это была Харьковская губерния, но сегодня это возле Святогорского монастыря находилось поместье его родителей. Он родился 4 июня 1896 года в селе Адамовка. Почему мы говорим о нем, почему мы так радуемся? Потому что это он жил в наше время. Он жил, можно сказать, нашими заботами, нашими переживаниями. Он был среди нас. Последние дни своей жизни он был в Америке. То есть он был американским гражданином, жил согласно духу тому времени, но жил по-православному, жил церковным законом, жил с верой, с любовью. Все то, что так учит сегодня и воспитывает в каждом из нас церковь. Он решает связать свою жизнь, ну, с юридическими науками. Он поступает в Харьковский высший учебный юридический университет и закончил юридический факультет. Закончил хорошо, был впоследствии еще какое-то время он работал, в 1918 году он закончил этот университет и некоторое время служил в Харьковском суде и во время управления Украины гетманом Скоропадским. После революции вот, он уезжает вместе со своими родителями, со сродниками многие, потому что они были из такой, из дворянской семьи, из купеческой семьи, как все тогда сродники, многие точнее, они покидали страну, поскольку было большое давление, гонение на этих людей, было очень трудное время, и они почти ничего не имели материальных средств, то он был даже среди тех, кто раздавали газеты. Он никаким трудом не сгнушался. И когда вот так он уже становится постепенно, принимает духовный сан, он оставляет мир, не желает он жениться, захотел он служить монашествующим. Так он становится епископом. Его направляют в Шанхай, это Китай. Это страна, ну, такая, которая не каждый может поехать, ужиться в ней, а ему направляют еще туда руководить той духовной миссией, которая там очень много эмигрантов находилась. И никогда не уставал, всегда был живой, энергичный, входил по всем больницам Шанхая, ходил по бедным людям. У одного китайца выкупил за бутылку водки девочку и привел ее в приют. Настолько он был расположен к людям, до 200 детей, бедных детей в Шанхае пользовалась милостынью от его прихода. И вот когда они уже переехали уже в Сан-Франциско, он вносил доброту, любовь. А где бы ты ни был, если ты искренний, добрый, искренний человек, то это всегда приятно и другим, и от этого получают помощь многие. Но если человек еще и молится, и служитель церковный, то он уже достигает даже святости. И он умер в 1993 году. Вот, архиепископу западноамериканского Сан-Франциско вместе с комиссией было поручено архиерейским синодом Русской зарубежной церкви освидетельствовать останки святителя Иоанна. И вот так вечером 28 сентября после панихиды, отслуженной членами комиссии, в усыпальнице архиепископа Иоанна была снята крышка саркофага. Присутствующие вынули из него металлический гроб святителя и заметили, что во многих местах он совершенно поржавел. Со страхом Божьим и молитвой открыли гроб. Лицо святителя было закрыто, и все сразу обратили внимание на его светлые, нетленные руки. Посмотрите, 30 лет пролежавший человек во гробе, не измевший, не истление, светлые ручки. Мы все должны четко понимать, что Бог никогда не оставит своих людей. Бог никогда не оставит людей, которые будут обращаться к Нему, молиться к Нему. Это призыв к покаянию. Через Него Господь показывает всем нам, что Он в любое время, и в Шанхае, в котором почти нет православных, и в Америке, в которой сегодня разрешены легализованы однополые браки, в которой разрешается сегодня Содом и Гоморра в высшей степени, не мешает возможность быть и Богу. То есть, по большому счету, на нас это не влияет, братья и сестры. Мы должны не бояться этого всего, хотя остерегаться, хотя, да, не принимать это все. Но даже если мы не можем это выразиться, как-то юридически нас не слышат, то мы горячо помолимся, и Господь нас всегда поможет. И даже в таких местах, я еще раз повторюсь, сияет божественный свет, сияет, который дает нам надежду, дает нам вдохновение, и который ведет нас по жизни, который помогает нам. Кажут, что он великий чудотворец. А расскажите про его дива, які він робив.
Вот одна женщина страдала пороком сердца, тяжелое заболевание. Она пишет, откуда она. Она сама с Днепропетровской области. И когда привезли мощи святителя Николая и Анна, часть мощей, привезли в Днепропетровск, вот, она пришла и помолилась, совершила молебен, поисповедовалась, причастилась. И со второго раза, как она говорит, первый раз я пришла, я удивлена была, я была восторжена. Но потом мне батюшка еще посоветовал поисповедоваться, причаститься. Я так же самое сделала и заказала за здравный молебен. У меня прошла боль сердца. И говорит, до сегодняшнего дня я пишу вам и свидетельствую, радуюсь, что нету ее. И врачи удивлены, как так, если это врожденное, ну, это с рождением. Здесь еще большая такая вот книга про него. Здесь вообще со всех стран мира люди, которые обращаются к нему, какую помощь они получают. Были такие случаи, да, вот еще знаменательные случаи, когда кто-то из молодых людей хотел или обрести семейные отношения. И святитель Иоанн Сан-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 
того, как у нас ничего не получилось, но когда после того, как мы обращались, мы начинали встречаться с теми людьми, которыми уже впоследствии связывали свою жизнь. Вот так Господь показывает и через него, что Он во всех отношениях нам помощник.